Всем привет, с вами Алекс, и вчера закончился последний день Игромира 2017, и я кое-что наснимал там для вас, так что поехали! Тут было много всего интересного, в том числе и новые игры, такие как The Crew 2, Assassin's Creed Истоки, Far Cry 5 и Monster Hunter World. И, кстати, в The Crew 2 я смог поиграть и могу вам сказать, что это было довольно-таки круто. Во-первых, сама игра оставила за собой приятные впечатления, а во-вторых, мне подарили вот такой вот браслетик Far Cry 5, а также промокоды на скидки на игры и награды в Ubisoft Store. И, кстати, поиграть можно было в новые игры Ubisoft вот в этой пирамиде из Assassin's Creed Истоки. И само игровое место выглядело вот так. Также там были красивые автомобили, в том числе и DeLorean из фильма «Назад в будущее». И вживую он выглядит очень клёво. И это был не макет, а реально настоящий DeLorean. Ну и, конечно же, вместе с Игромиром проходил Комик-кон, на котором было огромное количество косплееров. Естественно, можно было со всеми сфотографироваться, но и куда же без сувениров. Купить можно было буквально все что угодно, от кружек с наклейками до клавиатур с наушниками. Ну и, конечно же, как это бывает на Игромире, было огромное количество конкурсов, розыгрышей, ну а также турниров. В целом, это была очень крутая выставка, она мне безумно понравилась, и если вы когда-либо сомневались ехать туда, либо нет, если вам интересны игры, интересные мультфильмы, комиксы, сериалы, то это определенно для вас. И если вам понравился этот видеоролик, то почему бы не поставить ему лайк, не подписаться на канал, а с вами был Алекс, всем удачи и пока! Oh,